Всем привет, друзья! Сегодня я покажу. Вот я поменял ручки на Кашкае. И вот, вот эту саму ручку очистил, а тут у вас софт-тача, или как они там. Вот кусочек только видно. Вот такой он какой-то серенький. Он постоянно облезает, так некрасиво смотрится, проплешины. Вон внутри я оставил, но там он целый. А здесь все счистил. Здесь заодно вот эти ручки облезшие поменял. Здесь счистил. Оно так гораздо красивее и на водительской двери. Вот, видите, снял, оставил там внутри, вот внизу. Здесь счищал неправильным способом, пришлось поклеить пленочку, такую алмазную крошку, тоже неплохо получилось. Значит, смотрите, вот этот Soft Touch я счищал, там, говорят, специальная нужна там химия какая-то. Она все равно нормально не счищает. Вот здесь я запорол, вот не повторяйте мою ошибку. Я грел промышленным феном, ну вот этим, которым помощнее. И оно вроде бы начало подниматься, так этот софтач облущиваться, но и сразу же и приклеился к самой пластмассе, и убрать его, кроме как наждачкой, уже ничем не получилось, поэтому пришлось наклеить эту пленочку, алмазную крошку. Ну так неплохо смотрится. А здесь я уже по-другому убирал. Я брал обычную палочку от суши. Зачищал ее как зубило. И получается снимал вот так его максимально. Она не царапает, так как она деревянная. А потом вот эти все поцарапанные Soft Touch брал вот у супруги, она маникюром занимается. И есть просто жидкость для снятия липкого слоя. Потому что так она не снимала, естественно. Но она воняет прямо ацетоном, похоже. Можно попробовать это ацетоном. Или просто вот жидкость для снятия липкого слоя. Купить. И прямо на тряпку. И оно смывало до вот такого состояния. И оно там теперь так смотрится прикольно. Гораздо красивее, чем оно было с тем софт-тачем. Так что возьмите на заметочку. Подписываемся на канал. Всем пока.